Вот, друзья, нас спрашивали, чего бы вам на этом месте не откопать бассейн, чего бы вам травы не посадить, зачем вам этот плац? Саша, нравится плац? Плац? Ну, вот это место, где ты катаешься, нравится? Да. Так, а что это за велосипед такой маленький? Это не велосипед, это скутер. В чем смысл скутера, Наташа, Сашенька? Как? Смысл в чем? Смысл. Кататься. Тот же самый смысл, как и велосипеда. Да это самокат фактически. Ну да, это и есть самокат. Понял. А шлем у тебя такой красивый, это что? Мне папа купил. Говорит, нельзя без шлема, да? Это потому что я зубы разбила. Ой, ты уже упала где-то. Дома. Ну это потому что мокро было. Ну да. Ну давай, будем кататься дальше. Надо сказать, что Саша тут не одна катается, а за ней бегает младшая сестра, которую сейчас куда-то забрали родители. Да. Вот, ради, можно сказать, вот этого всего и делался ремонт этот. Ну, ремонт не, ремонт как, благоустройство. Вот. А потом старшая, младшая подрастет, и ей будет... На чем кататься? Пока что младшая переносит камни из нашей каменной реки по всему остальному участку. Так у нее такое увлечение, а мы потом обратно возвращаем. Мы, друзья, сегодня фактически первый раз осваиваем беседку. Светик, как тебе беседка-то? Ну а что, беседка хорошо, без вот. Беседки плохо. Да. Вот беседка хорошо. Появилась мебелинка специальная. Да, вот катушки будем убирать, ящики специальные. Слушай, эта штука вообще должна раскладываться, что на ней спать можно. Нет, уже не раскладывается. А, это было нет. В том доме. Да. Ага. Ну, там есть условия. Нет, она не раскладывается. Ну хорошо. Вот. Ящики хорошие, куда сейчас подушки ставить. Да, значит, чтобы подушки было куда прятать, приобретен вот тот большой ящик. Вот видите, он там в углу стоит. Он открывается и вперед, и наверх, там крышка. Открывается тоже. Друзья, я хочу сказать, что Саша начинает делать заставочки, да, для наших видео. Вот она уже одну сделала, и еще четыре на подходе. Так что, если вы увидите какую-нибудь оригинальную заставочку, так это Саша. А на чем ты делаешь, расскажи, каким ты софтом пользуешься? Я не знаю, как называется. Ну, мама твоя говорила... А, Photoshop. А ты уже Photoshop осваиваешь? Я знал, что ты пользуешься... PowerPoint. Ну, это да. А Photoshop тоже теперь? Да. Ну, мне мама научила. Интересно вообще? Да.